А, уже снимаем, да? Дорогие мужчины, стремительно приближается главный женский праздник 8 марта. Цветы, конфеты и мимимишные плюшевые мишки уже давно стали стандартным и далеко не всегда желанным подарком. Но если вы хотите покорить сердце женщины, я расскажу, как это сделать. Добро пожаловать в центр подарков для дома «Волгорост». Здесь можно найти подарок на любой вкус и кошелек. Ну а чтобы вы не страдали от мук выбора, мы расскажем о самых топовых подарках для ваших женщин. А поможет нам в этом Анна. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы посоветуете в качестве подарка для девушки? Для девушки хотелось бы посоветовать одним из первых – это столовый набор. Наш огромный ассортимент из керамики, стекла и фарфора. Одним из топовых подарков для женщин еще считаются вазы. Их можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве декора интерьера. Если вы 8 марта хотите признаться своей девушке в любви, у нас есть для вас вот такие статуэтки. А еще каждая девушка хочет засыпать в теплой, уютной постели. Для этого у нас есть огромный ассортимент постельного белья, а также есть прекрасные мягкие пледы. Мягенько. Центр подарков для дома «Волгорост» работает для вас ежедневно. Адреса магазинов и сайт вы видите на своих экранах. Побалуйте самых близких душевным и полезным подарком.